Вопросы, которые рассматриваются под хадисами 363 и до 365. Вопрос о том, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не совершал добровольных намазов больше, чем 11 или 13 ракаатов ночью. И что под этим имеется в виду? Говорит, ихталифат ар-ривайат аль-мутакаддима фи адат ракаат ан-наби, саллиллаху алейхи вассалям, мин ан-лейл. Пришли различные ривайаты, и они разногласят так между собой. То есть, сколько ракаатов совершал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, добровольного намаза ночью. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس что он сказал كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعه пророк саллаллаху алейхи ва саллям совершал ночью 13 добровольных ракаатов намаза واخرج البخاري عن مسروق и приводит имам аль-Бухари со слов Масрука قال то что он сказал سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل я задал вопрос Аиши, رضي الله عنها, относительно добровольного ночного намаза пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Факалет, и она сказала, сабрун, ва тисрун, ва ихда ашрата, сива ракаате ласаджир. Говорит, 7, иногда 9 ракаатов совершал, а иногда 11 без 2 ракаатов фаджра. То есть еще плюс 2 раката фаджра. То есть получается все вместе 13. وقدم اهل العلم بين الروايات بان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تزيد على 11 ركعه и ученые говорят собрали между этими ривайатами тем что пророк صلى الله عليه وسلم не совершал ночью больше 11 ракаат ومن ذكرها 13 а тот который упоминает 13 ракаат فعدها من ركعتي الفجر كما في بعض الروايات тот имеет в виду 2 ракаата утреннего намаза плюс так или нет то есть включает 13 2 ракаата утреннего намаза أو عد منها ركعتين الخفيفتين كما في روايات أخرى или ввел число 13 два раката легкого намаза перед непосредственным совершением самого ночного намаза как это приходит в некоторых других ривайатах как мы уже об этом упомянули в хадисе Зайда ибн Халида аль-Джуни а возможно также что некоторые включили еще 2 раката после Иша после 2 раката сунны после Иша тоже включили их в общее число намазов добровольного ночного намаза, так или нет, в общее число, точнее, ракаатов добровольного ночного намаза, и тоже получилось 13. В итоге получается, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, совершал 11 ракаатов, а тот, который говорит 13, имеет в виду плюс 2 раката фаджр, или 2 раката легкого намаза перед ночным намазом, или 2 раката сунны после иша. Все вместе получится сколько? 13. Если это, или это, или это, включить число в общее. И потом шейх Мухаммад Хизам говорил то, что если кто-то скажет, что может совершить 13, имеется в виду без фаджра, без сунны, без легких ракаатов, 13 чистого ночного намаза, то тоже не подлежит порицанию. Так как в некоторых хадисах приходит 13, и не указывает, что имеется в виду 2 раката фаджра или не имеется в виду, приходит просто 13 ракаатов. Поэтому, если кто-то будет делать 13 ракаатов, тоже не подлежит порицанию.